Река Апала берет свое начало с юго-западных склонов вулкана Горелый. В верховьях она протекает в кальдере одноименного вулкана, выходит на западную тундровую равнину и впадает в Охотское море. Сюда на нерест заходят все виды тихоокеанских лососей. Очень мокро, сыро, но удочки выдали, так что есть шанс что-то поймать. Мне вот это больше всего интересно. Все остальное как-то вот идет по плану. То есть ко всему мы привыкли, выжили. Итак, мы меняем наши внедорожники на рафт и начинаем пятидневный сплав по реке Апал. Нам предстоит преодолеть 130 километров, наслаждаясь дикой природой Камчатки. И, конечно же, нас ждет незабываемая рыбалка. Сейчас середина сентября, время нереста кижучих, и мы с нетерпением ждем встречи с этим крупным представителем семейства лососевых. И, конечно же, надеемся поймать мекижу, это форель, местная популяция которой славится своими крупными размерами. Группа полная, полная игры. Это мекижа, царская рыба, форель. Медведи сопровождали нас на протяжении всего пути, а наш верный пес Ханс своим присутствием невольно ограничивал их любопытство. Наступает вечер, и нам пора подыскивать место для ночлега. На этот раз мы решили разбить лагерь на небольшом острове, образовавшемся между двумя речными протоками. Как обычно, все заняты благоустройством лагеря и приготовлением ужина. А наш гид Алексей готовит икру, пятиминутку, из рыбы, добытой на сегодняшней рыбалке. Мы делаем фарш для котлеток. Нарубили здесь мекижу, сделали маленькую такой крем, у нас был крем-суп, но мы сюда положили, чтобы скрепить что-то. И сейчас дадут хлебушка нам, еще добавим хлебушка, и чесночок Никита пожарил нам сюда. И сейчас будем вымешивать фарш, а на первое у нас борщ от шефа нашей экспедиции, Виктора Михайловича, который сделал собственноручно борщец, который сделал по домашнему рецепту, который он привык с детства кушать.
вышел на улицу с кастрюлькой и выстоял этот борщик, чтобы он 2 часа набрался всех вкусов, и теперь будем кушать. А ты вот так пошли. Наступило утро. Облака развеялись, и перед нами открылась великолепная панорама долины реки Апал. И снова рыбалка. На этот раз нас ждет первая встреча с направляющимся на нерест Кижучем. Это рыба-боец, и так просто никогда не сдается. Первый же заброс, блин, представляешь? А потом второй пошел туда на сход. Первый же заброс. У меня рука болит уже от него. Утрянка состоялась. Затмил звезду все. У него другого сорта рыба. Здесь в этой ситуации есть. Мой рекорд затмить невозможно. Ладно. На реке 3-килограммовую они поймали первый раз. Мы будем мерить по самцам, по... с самочком уже все будем так по килограмму. Кижа осталось на вине. Самое главное, я выпустил своего Кижуча. Вот двигаемся в путь, и у нас ждет еще рыбалочка. Водочка. Да, и дальше на вертолете, надеемся, мы доберемся до новых вулканов. Преодолевать трудности мы привыкли уже в этой поездке. Так что все впереди. Вперед, пошли. Пошли в воду. Сегодня нам предстоит преодолеть около 30 километров до нашего следующего лагеря. В этой части реки природа кардинально меняется. Холмы, покрытые пышной растительностью, постепенно уступают место открытой равнине, наполненной густой зеленой травой. Течение реки становится размеренным, что дает нам возможность расслабиться и наслаждаться окружающей нас дикой природой. Погода окончательно испортилась, и мы срочно занялись организацией лагеря. Тогда мы еще не знали, что нам здесь предстоит провести целых 3 дня в ожидании вертолета. Пораньше.
удочки за спину. Выйду на берег, леску закину, сижу, курю с утра до самой ночи. Что на том конце, никогда не знаешь точно. Кому-то окуньки, кому-то щуки, кому одна блатва, все попадает в руки. Эх, не пытка, еще одна попытка. Как тебя поймать, золотая рыбка? Раз поймал и на покой, да не один такой. Ходят, бродят вдоль реки мужики, ловят рыбку мужики, рыбаки. Ходят, бродят вдоль реки мужики, ловят рыбку мужики, рыбаки. Мужики, рыбаки, мужики, рыбаки, мужики. Кижич, самочка, полной икры, отпустим ее. Пусть она потомство даст. Из другого теста. Все как будто по уму, да только было бы лучше. Родиться все равно не умным, а везучим. Умников таких на белом свете много. Да то, что нужно всем, глубоко-глубоко. Вроде где мелькнет, да счастье зыбко. Глядь, и уплыла золотая рыбка. Повезло ей в этот раз, да не уйдешь от нас. Завершился пятый день нашего сплава. Пролетели дни быстро, как один день, да? Просто один. Как один день. И вот мы с нашим уловом сидим на бережку, готовим новый лагерь, последний здесь на рыбалке. А завтра вертолеты. Надеемся, что погода позволит, и мы сможем улететь. Рыба на любой вкус, но это рыба камчатская. Мы будем сегодня готовить пельмени из нее. Я надеюсь, получится у нас, да? Ел бы пельмень, да мокки нет. Здорово! Все было здорово. Все получили кайф. И самое главное, пронизывающий ветер, дождь. Самый, и ничего нас не пугает. Камчатка. Вперед, готовить рыбу! Давай! Ура! Ребята, готовили пельмени везде нашей командой, но вот с такой красной рыбкой, которую вчера же сами же выловили, сами ее порезали, порубили, сделали фарш, сделали филе, все, что хочешь, делали. Пельмени раскатывали, катали, все участвовали. Поэтому я желаю, чтобы мы сейчас попочивали это все, попробовали с водочкой, как положено. И ребятам спасибо, что предоставили нам такую возможность это все порыбачить и сделать это все здесь у вас. Давайте, ура, давайте, за вас! Ура! Ура! Ура!